Galaxy M терпит крушение над водами Атлантического океана в течение 325 серий. Экипаж лайнера отважно борется за спасение жизни пассажиров. Действующие лица. Неунывающий и мужественный командор. Изобретательный и находчивый второй пилот Бринкинс. Симпатичная и невозмутимая стюардесса. Хладнокровный и обаятельный радист Морзе, а также несравненная мисс Мурпл в роли мисс Мурпл. В сериале «Крутое пике». Скажите, а сколько вам понадобилось времени, чтобы научиться так летать? Так, ну где-то 7 или 8. Месяцев или лет? Самолетов, Дринкис, самолетов! Сэр. Кто это? А вот отгадайте. О, слушаю вас, мисс, отгадайте. Что, отгадайте? Нет, я сказал, отгадайте. Так, Дринкинс, не путайте меня. Вы Дринкинс, а она отгадайте. Что мне нужно отгадать? Так, мисс, отгадайте. Либо вы говорите, что надо, либо... Да это же наша стюардесса, сэр! Да! А где, мисс, отгадайте? Сэр, у нас проблема в пассажирском салоне. Мисс Бурпл хочет встретиться со своим адвокатом. Нет, ничего проще. Пусть она позвонит и попросит его выброситься из окна. И тогда они встретятся. Где? На том свете! Сэр! Что вам надо? Сэр, из диспетчерской Лос-Анджелеса сообщают, что они не видят нас на экранах своих радаров. Не видят нас на экранах. Передайте им, пусть они все бросают, идут домой и просто включат телевизор. Мы здесь. Hello! Hello! Все-таки, сэр, сколько лет вы в авиации? О, Дринкинс, очень много. А этот полет, какой по счету в вашей жизни? Такой же, как и в вашей, Дринкинс. Последний.